Воронежская, опять учебный корпус индустриального техникума. У нас возгорание на втором этаже, в левом крыле, условно, библиотека. По легенде, из здания не могли выбраться два человека. Для этого команда спасателей, состоящая из 29 человек личного состава сотрудников МЧС, проверила учебный кабинет и столовую. Подобные учения позволяют спасателям достичь сразу нескольких целей. А именно, применить свои знания на тренировочной практике, изучить состояние гидрантов, а также проверить свои силы в хоть и вымышленном, но бою. Личный состав Улан-Удэского пожарного специального гарнизона отрабатывал действия по спасению данных пострадавших. Студентов и преподавателей техникума эвакуировали из здания в общежитие образовательного заведения менее чем за 5 нормативных минут. 314 человек эвакуировали из здания за 2 минуты 2 секунды. Учебная эвакуация у нас проходит ежемесячно. Это действительно способ защиты от каких-либо последствий чрезвычайных ситуации вообще в техникумах, в школах, в садах. Пожарно-тактические учения проводятся в течение всего года. Они предназначены для отработки действий при тушении пожаров и ликвидации ЧС. Татьяна Усольцева, Жаргал Цырендашиев, новости дня.